Сотни самарских прихожан с самого утра в Покровском соборе. Великий праздник православных Покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии празднуется 14 октября. Это главный праздник христианской веры. В IX веке в Константинополе в храме было явление Покров Пресвятой Богородицы, чтобы она нам помогала любить, хорошо относиться к людям. Дивное явление Богородицы ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они победили сарацинов. Традиция отмечать этот праздник в Греции не прижилась, а вот на нашей земле он занимает одно из самых почетных мест. На Руси была примета, что чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Снега сегодня пока не наблюдается, но кто знает, какие сюрпризы может преподнести погода и высшие силы. На Руси свадьбы начинались именно с Покрова дня, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. Конечно, хотела попросить Богородицу о том, чтобы была вообще крепкая семья, все было хорошо, чтобы были дети здоровые, красивые, самое главное. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.